Сегодня мы приехали в Солоновку и поехали в место, которое называется Щеки. Кажется, заехали дальше этих щек. Здесь река Песчанка бурная. Вон она какая. Как по ней плавают? Здесь же сплавляются как-то. Я вообще не понимаю. Здесь бурная река. А слушай, может быть, мы здесь сейчас полетаем немножко. Красиво. Очень красивое место. Да, там какая-то то ли турбаза, то ли что. Ну, проехать тут. Я думала, может быть, опыт мне позволит ездить лучше. Но нет. Это просто адская дорога. И главное, там еще ни с кем нельзя встретиться. Адская. Этих щук ужасных. А здесь очень-очень много травы лекарственной и, главное, ягоды. Мы ее сейчас немножко пособираем, потом поедем на речку и пообедаем. Вот такой план. По-прежнему в красивом месте в Солоновке. Вот остановились попить чай возле Песчанки. Песчанка здесь уже не кажется опасной рекой. Она теплая. Да, пивохранилище тут вот кто-то организовал.
Вот это все рядом с деревней Солоновка. Мы сейчас собирали ягоду. Столько ягоды, мне кажется, вообще никогда не видела. Очень много, она крупная. Напластали сразу небольшое ведерко быстренько, не утруждаясь. Вот сейчас попьем чайку и поедем домой.